Привет! На связи Евгения. Сегодня мы нарисуем мишку, который первый раз увидел елку. Для работы нам понадобится плотный лист бумаги, палитра, гуашь, кисточки, емкость с водой, карандаш, пластик, салфетка. Возьмем карандаш, нарисуем силуэт медведя. Широкой кисточкой напишем фон. Мишка у нас будет серым цветом. Нарисуем мордочку и елку. Добавим детали. Сделаем брызги. Работа готова.